Польское издание «Политический дневник» пишет о том, что за 10 месяцев кровопролитных боев, по информации из открытых источников, на Украине погибли более 1200 граждан Польши, в том числе солдаты и ветераны 16-й механизированной дивизии. Число покалеченных и раненых также составляет несколько тысяч человек. Это уничтоженная на Украине диверсионная группа, состоящая из граждан Польши. Поляки это, да? Смотри, они как одеты. А на некоторых направлениях спецоперации поляков воюют чуть ли не больше, чем самих украинцев. В основном сопротивление оказывают польские наемники. Их там основная масса. Также по радиоперехватам чаще всего польская речь. Вот что осталось от уничтоженного высокоточной российской ракетой лагеря польских наемников в Харьковской области, где погибли 200 боевиков. Метрів 20, мабуть, от вниз. А якщо радіус, то радіус тут, мама дорога. Для того, чтобы хоронить погибших, в польском Ольштине строят новое кладбище американского типа. Никаких оград и цветов, только унифицированные каменные надгробия. Метр на метр для офицеров и 60 на 60 сантиметров для рядовых. Почти ежедневные воинские похороны в сочетании с почетным салютом стали раздражать жителей и вызывать многочисленные вопросы к администрации города и командованию 16-й дивизии. Чтобы избежать дополнительной огласки вопроса, власти решили создать отдельное американское кладбище. Новое кладбище в Ольштине рассчитано еще на 1700 могил.